У меня есть информация о словах Вальтера Штайнмайера. У меня есть информация Тони Блэра, который сказал, что сирийский кризис нельзя решить без России. И Россия мировой игрок. И надо это учитывать при украинском кризисе. У меня есть информация о Могерине, которая сказала, что нужен особый статус Донбасса. И спростувала. Нет, она бы говорила бы. Конечно, спростувала, но она это говорила до и так далее. Ну, так, у меня есть информация Меркель, которая сказала, что она готова рассматривать торговый договор между Европейским Союзом и Таможенным Союзом. Это, извините, изменение позиции. У меня есть информация о визите Байдена, который сказал, нет военного решения конфликта на Востоке, и нужно искать какие-то мирно-дипломатические методы.